Здравствуйте! Вы смотрите программу «Подари детям жизнь». В нашей помощи нуждается 3-летняя Полина Маковенко. Девочка страдает очень сложным врожденным пороком развития желудочно-кишечного тракта. На очередной этап ее лечения семье необходимо 1 миллион 185 тысяч тенге. Помочь Полине и оказать посильную финансовую помощь вы можете через онлайн-пожертвования на сайте детдом.кз. Помочь также можно с мобильного телефона через приложение банков Каспий.кз. В разделе «Платежи» переходим во вкладку «Другое», раздел «Благотворительность», где находим «Добровольное общество милосердия». Береке банк. Перевод через опцию «Оплата услуг». Благотворительность и находим общественный фонд «Дом». Также вы можете отправить посильную помощь через платформу brigems.kz. Халахбанк. Юридические и физические лица могут помочь банковским переводам. Реквизиты, отчеты о полученных и потраченных средствах публикуются на сайте детдом.кз. Все пожертвования, собранные в ходе акции «Подари детям жизнь», 100% идут на лечение детей. В своем письме мама Полины обращается к нам. Зачитаю цитату. «Мой ребенок между жизнью и смертью с 17 марта 2020 года. Именно в этот день мы поступили в детскую областную больницу в обезвоженном состоянии. Пройдя ряд анализов, у нас подтвердился синдром Летта. Это незавершенный поворот кишечника. Была проведена экстренная операция. К большому сожалению, сохранить удалось лишь малую часть тонкого кишечника. Теперь его длина всего лишь 7 сантиметров. Более 110 сантиметров кишечника было удалено во время экстренной операции. С тех пор Полина получает питание через ключевой катетер. С диагнозом короткой кишки 3-летний ребенок недополучает необходимые важные элементы. Микроэлементы, углеводы, жиры, витамины и минералы для полноценного развития. Организм не усваивает питание, подаваемое через трубочку в вену. Каждый прожитый день для нас является чудом. Благодаря вашей поддержке мы прошли уже 6 этапов лечения. И есть шанс спасти здоровье моего ребенка. Помогите сохранить жизнь моей дочери. Больше обращаться мне некому. На лечение Полины нам требуется огромная сумма денег, которую нам не собрать без вашей поддержки. С каждым разом я убеждаюсь, что есть неравнодушные, чуткие и добрые сердца, готовые откликнуться на чужую беду. Пока есть такие люди, как вы, у меня есть шанс и вера, что все получится. Давайте вместе поможем маленькому борцу Полине победить этот недуг, чтобы ее детство было еще более красочным и жизнерадостным. Молю вас о помощи. Без вас я не справлюсь. Конец цитаты. Уже в ближайшее время Полину с мамой ожидают турецкие врачи, которые имеют большой опыт в лечении детей с подобными диагнозами. Напомню, для лечения Полины необходимо собрать 1 миллион 185 тысяч тенге. Совершить маленькое чудо и помочь ребенку очень просто. Сделать онлайн-пожертвование на сайте детдом.кз и перечислить любую возможную для вас сумму с банковской карточки через интернет. Помощь можно также оказать банковским переводом от физических или юридических лиц. В любой точке нашей страны вы можете сделать денежный перевод через терминалы самообслуживания Киви. Благодарю вас за внимание.